В воскресенье 10 сентября в регионе прошли выборы в Барышевском районе, Новоульяновске, а также в Ленинском и Засвияжском районах областного центра. В список избирателей было включено около 120 тысяч граждан. Для них было открыто чуть более сотни избирательных участков. Наибольшая явка зарегистрирована в Барышевском районе – более 37%. В Ульяновске проходили дополнительные выборы в депутаты городской думы. По Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 30, по Засвияжскому одномандатному избирательному округам номер 18, 20 и 21. Участие в выборах принял губернатор Сергей Морозов. Свой выбор он сделал на избирательном участке в селе Карлинское. Окончательные результаты будут оглашены в ближайшее время. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.